Всем привет! Сегодня пришел с почты, принес вот такую вот посылочку из США. Ждал другое, но пришло это тоже вещь, в принципе, нужная, как мне кажется. Фильтры от фирмы Polaroid для фотоаппарата Pentax. G3. Так, у меня в комплекте есть вот такое колечко, на которое можно накручивать фильтры. Ставится оно вот сюда. Ну, не знаю, я надеюсь, не ошибся с размером, потому что вот что-то так прикидывал, и вот вроде вот 46-й должен подходить на этот Pentax. Ну, сейчас и проверим. Купил я его на eBay, что-то там на торгах вообще за даром, как мне кажется, $9. У меня доставка даже дороже обошлась, $12 доставка. Так, ну все, там больше ничего нет. Еще раз вот так вот это все выглядит. Такой вот чехольчик в комплекте. Это вещь совершенно не лишняя. И вот так вот это дело. Ну, что-то, кстати, можно и, убрав это сюда колечко уже, носить его сюда, его убрать. Фильтры здесь, я особо в этом не разбираюсь. Вот тут вот написано УФ, ультрафиолетовый, один поляризационный фильтр. И, то есть мне как объяснили, вот этот фильтр, чтобы желтушность с лиц убрать при искусственном освещении. Ну, в принципе, мне интересно было вот этот ультрафиолетовый и поляризационный. Не знаю даже, как их тут отличать особо. Нет, тут есть ПЛ стоит. Так, ну вот. Ультрафиолетовый. Я так понимаю, прозрачный. Поляризационный. Так, давайте мешок уберу, и вот видно, есть какая-то разница или нет. Ну, что это я особо тут не буду тестировать, это не обзор, это просто анбоксинг. И анбоксинг, но главное, чтобы это все подошло. Ну что, слушайте, подходит идеально. Нет? О чем? Вот это да, как-то интересно, он закрутился, а еще сам фильтр вращается, смотрите. А что, для чего так, я не знаю, если честно. Я не спец в этих фильтрах. Тут какое-то оно двойное. Что-то его может там подкрутить как-то надо. Смотрите, вот. Давайте какой-нибудь блик. Блик поймаем. Вот. Блик. Снимает он его. Ну, маленько снимает, да? Не такой яркий становится. Вот даже если возьмем с фантиков вот этих отражений, какое-то, чтобы тут на камеру падало, все блестело. Вот так, о, смотрите. Оп, меньше, нет? Я хоть тот смотрю туда, поляризационный. Ну, на воде надо попробовать. Так, ультрафиолетовый. Ну, видно не будем, что у меня на камере уже стоит такой фильтр ультрафиолетовый. Не хочу я его откручивать, чтобы там никакая пыль не попала на объектив. Ну и вот этот фильтр, еще один, как бы должен убрать желтизну с лиц. Ну, такой эффект. Не знаю, честно говоря. Возможно, это из-за того, что еще фильтр на фильтр накладывается. Флуоресцентный. Флуоресцент. Мы разберемся потом. Главное, что все подошло, все накручивается. Так, ну и если кто специалист, может, мне растолкует, почему вот эти фильтры обычные. Тот же ультрафиолет
накрутился и все. Что если 2 ультрафиолета? Никакой разницы. А поляризационный какой-то хитрый. Для чего это надо? Ну, типа так вот, да? Ставится. Так вот получается. Такой вот эффект. Блики убираются, нет? Сейчас им надо покрутить. Какой разницы? Ну, ладно. Всем спасибо. Всем пока. Еще увидимся.